Айе-я. Здорово открылся по центральной оси, за счет скорости закатился в зону. Там, похоже, была у него какая-то проблема с равновесием. А здесь под ворота, и Коростелев исполняет! 1-1! Шикарно! Просто шикарно разбирается нападающий Магнитки. Голдобин находит Коростелева под воротами. Ну, а дальше тот исполняет. Коростелев... Что не забьет, то шедевр. Без шансов для Бартошака.